без вариантов. И при всей ужасной игре искусственный интеллект умудрился сыграть хуже. Казалось бы, куда хуже, но оказывается, можно. Можно еще хуже сыграть. Дорогие дамы, господа и иные формы жизни, всех приветствую в текущем видеоролике снова шахматные партии. И в текущем видеоматериале партия была достаточно слабой. Но, собственно, других и не бывает обычно. В итоге шахматная партия завершилась за 20 ходов, что теоретически является довольно ужасным результатом. И в текущем фрагменте искусственный интеллект оказался чрезмерно искусственным. Собственно, стандартные ходы для партии данного типа. И здесь уже начинаются первые проблемы у искусственного интеллекта. Стандартный размен фигур, в принципе. Ну и вот. У нас теперь нет возможности рокировки, но нам это, в принципе, и не нужно. Далее искусственный интеллект продолжает закидывать нас своими бесполезными атаками. Ну и здесь, собственно, можно было идти на размен, но искусственный интеллект думает иначе. Далее происходит вот такая вот ситуация. Ну и в итоге вот абсолютно бесполезная потеря фигур. Еще один бесполезный ход от искусственного интеллекта. Очередной бесполезный ход. И еще один, казалось бы, нормальный ход, но нет, ужасно. И еще один невменяемый ход, и все. И таким вот образом завершается партия. То есть выглядит максимально грустно, на мой взгляд. Вернемся к стандартному виду и откатимся на несколько шагов. Собственно. Но здесь, казалось бы, все вполне адекватно двигалось. И вот здесь уже получаются какие-то проблемы, и парадокс вот в чем. В большинстве случаев искусственный интеллект адекватно оценивает свои силы, и как бы здесь и так уже преимущество,